Жители греческого острова Эвбея эвакуируют из-за сильных лесных пожаров. Свои дома были вынуждены покинуть люди из 4 поселений. Запах дыма чувствуется и в Афинах, а это в 80 километрах от очагов возгораний. На тушение направлены более 100 пожарных, 50 машин, 5 самолетов и 4 вертолета. Сейчас в Греции стоит 40-градусная жара.